Марго завидует, но Марго уже надо гулять только со страховкой, чтобы не испугалась и не улетела. А так они, конечно, в основном за мной ходят и никуда улетать даже и не думают. Ну, в смысле, Марго перелетывает. А Полярыч? Енот увидел. Полярыч! Да, кушай, у меня же еще еда есть. Да, кушай, да, кушай. Как скажи, интересно, я даже забыл, что я есть хотел. Рот закрой. Смотрите, какой уже большой. Большой, да. Кушай, кушай. Не отвлекайся. У тебя травинка на носу. Да, у тебя еще там есть, да. Ты потерял ту. А ту съел. Этого цыпленка забыл. Чё задумался? Отвлекся. Вот вам и тренинг в новых местах-то. Блин, бликуют. Собаки, не орём. Там совы, он на них смотрит. Ты с ними скоро познакомишься. Сейчас мы курс лечения закончим и познакомишься. Полярыч! Боже. Да. Страшно. Страшно. Там что-то непонятное. Я тебя с ними познакомлю потом. Познакомлю, познакомлю. Скажи, непонятно. Такая птичка, да. Да, что там такое?
Чудовище! Эй! Эй! Это я! Зачем они тебе? Ой, говорит, сколько всего странного. Столько странного, говорит, я давно не выходил. А выходил только на человеке. Да. Сейчас потихонечку начнем носить подальше и побольше. Чтобы социализация была полная. К вопросу об общении сов с собаками. То есть совы прилетели общаться с собаками. Скажем, то взрослые, привычные совы. Ну, то есть с собаками на самом деле все совы общаются. Букля недоделанная. Господи, какие они смешные, пока мир познают. Ну, то есть... Взрослые совы, конечно, не такие смешные. Их у меня уже ничем не удивить. Ну, в смысле, чем-то можно, но ненадолго. Ладно, пойдем кормить твою подругу. Пойдем? Ничего крутого. Гуляй пока, я пошла к подруге. Вон она тебе на крыло насрала, простите за подробности.